Всем здравствуйте! Как дела? Давайте сегодня узнаем, как в русском звучат слова good, better, the best, bad, worse, the worst. Good – хороший. Какой хороший день? Какой хороший мальчик? Ужин был хороший. Хороший. Better. Лучше. Он сделал работу лучше, чем тогда. Этот чай лучше того. У тебя это получается лучше. Лучше. The best. Лучший. Это лучший день в моей жизни. Он лучший студент университета. Этот кофе самый лучший. Лучший. Bad. Плохой. Это был плохой разговор. День сегодня неплохой. У вас неплохой русский. Плохой. Worse. Хуже. Погода сегодня хуже, чем вчера. Качество этого продукта хуже, чем было. Сегодня ему стало хуже. Хуже. The worst. Худший. Этот год худший в его жизни. Чтение – не худший способ провести время. Кто ваш худший враг? Худший. Хуже и лучше – это наречия, поэтому они не изменяются по родам. Хороший, плохой, худший и лучший – это прилагательные, поэтому они склоняются. Мужской род. Хороший, плохой, худший, лучший. Женский род. Хорошая, плохая, худшая, лучшая. Средний род. Хорошее, плохое, худшее, лучшее. Множественное число. Хорошие, плохие, худшие,
лучшие. Погода сегодня хорошая. Моя мама самая лучшая. Настроение у них хорошее. Это было худшее из того, что ты сделал. Наступили хорошие дни. Худшие годы ее жизни уже позади, а лучшие впереди. У него плохое предчувствие. Путешествие было хорошее. У меня лучший в мире друг. Лучшее, что ты можешь сделать, это... Пока все. Всем спасибо и хорошего дня!